Когда молодой агент ФБР Клара Старлинг проводила допрос психопата Ганнибала Лектора, мужчина рассказал ей свою ужасную историю. Когда-то Ганнибал Лектор был военным, героем войны. Потом он женился, и у него родились три сына. Альфред, Сэмуэль и Тристан, так их звали. К сожалению, жена Ганнибала вскоре оставила семью и ушла к другой женщине. Мужчина же самостоятельно вырастил сыновей. Когда дети стали взрослыми, младший сын Сэмуэль приехал в семейное поместье со своей невестой Сюзанной. Здравствуйте. Рада познакомиться с вами. Какая честь. Баба была, конечно, сочной, но оказалась еще той вертихвосткой. Соблазнила она и Сэмуэля, и Альфреда. Я люблю тебя. И Тристана. Конечно, сыновья ругались из-за женщин. И тогда, ради мира в семье, Ганнибал хотел выгнать Сюзанну. Но она отказалась уходить. И вот, одной ночью, Ганнибал Лектор случайно задушил девушку. Не зная, куда спрятать тело, Ганнибалу пришлось съесть ее недевственную плоть. И, сойдя с ума, ему это понравилось. Так родился людоед, который съел еще и одного местного индейца и очень сильно покусал сыновей, особенно досталось Тристану. Осознав свои страшные поступки, Ганнибал Лектор сдался и все рассказал психиатрической больнице.